Доброе утро. Чего стоим? Рельсы кончились. Поехали! Тимка спит. Я его к деду отвела. Как старик? Он у тебя золотой. Александр Михайлович, ты по отцу или по матери, Элли? По отцу. Они из мариупольских греков. А, Люда! Что случилось? Черт, нет. Ничего. Да ничего не случилось. Забыла. Забыла. Ничего, ни для кого не забыла, для отца родного. Забыла. Он меня землю просил привезти. Мешочек дал. Да. Ничего, говорит, не нужно. Привези мне только землю предков. Мне даже лопатку предлагал. Да, тебе только в следующий раз. Снова просись, хотя бы на денек. Следующего раза может и не быть. Тоже видно. Да, действительно. Саня, да. А что, если мы наши? Пока той не достанешь, а? Правильно говоришь. Наша земля ничем не гирша. Мой племянник працює в Совтрансавто. Так они ее за валюту в Европу ввозят. А что, во дворе найти место почище? Да и копнуть. Главное, чтобы камушков побольше было. Товарищи греки, хитоны не стирать, а не одноразовое пользование. Ну что, Александр Михайлович, с приездом?
Толик звонил. На праздники хочет приехать. Толик, это святое. Гости пригласим. Я ему кое-что привез. Ну, родной, приехал. Здорово, приехал. Батя. Ну, проходи. Да ты не один пожаловал. С малышом? Ну, проходи. Пошли. Ну, как там у них? Бардак. Как и здесь. Бардак? Ну, проходи, проходи. Я ему колбаски сейчас дам. Это тебе. Ну-ка. Свитер. Спасибо, сын. Чистая шерсть. От ревматизма. Спасибо. И это... Все? Не бойся, не бойся. Не забыл. В Триполисе. Накопал. На главной площади. Привез. Спасибо, сын. Боже, уважил. Теперь и помирать не страшно. Что, думаешь, щелкнулся старик на старости лет, а? Доживешь до моего, будешь своего сына просить о том же. Как он себя вел? Он у тебя вот такой внук. И невестка хороша. Повезло тебе, повезло. Слушай, ты могла бы сказать, кто это мог написать? Как был стукачом, так и остался. Кто? Да папаша твой, кто же еще? Ну кто же это еще мог написать? В нашей семье рогоносцев никогда не было. Рогоносец? Кто? Я? Дед пришел, а у меня сидел мой школьный товарищ. Я его знаю. Да нет, отец, видимо, решил, что у меня с ним что-то было. Отец без основания никогда ничего не решает. Основания? А какие у него были основания, когда он людей сажал? Земли предков ему захотелось. Да он на этой земле умирать боится. К нему на похороны никто не придет. А если придут, чтобы в гроб плюнуть? Ну ладно. Сколько ему жить осталось? Не беспокойся, он нас с тобой переживет. Основания у него. Ты дал мужика в трусах, вот и все основания. В трусах? Почему в трусах? Господи, да брюки человек шпротами залил, я их выстирал. Ну что тут такого? Ну стал банку открывать, я опрокинул. Я предложил ему снять брюки, а тут дед. Смешно. Да ничего смешного. Он тебе еще расскажет, как
товарищ от меня под утро ушел. Ведь наверняка в подъезде стоял, караулил. Как под утро? Ну а что же, в мокрых брюках идти? Кстати, этот Шурик очень нужный человек. В таком смысле? Может помочь. Что? Шпроты достать? Все. Ты кому? Толику. Толик — это святое. Коли скоріше їжі сплатить, завтра нікому розбудить. О, міжміська. Алло? Який ще крок? Ігнатій, привіт, Журавльов. Із Греції. Як справи? Толіка позови. Скоріше дядю Толю доклич. Привіз сюди. Привіз. У Греции все есть. Ну, молодец, иди, иди. Опа. Журавль. Здорово, Ахимед. Как настроение? Отлично. Вот пока был в командировке, жена изменила. Я же тебе говорил, не женись на молодой. Ну так, селяви. Да? Ну ладно, приеду, разберемся. Жди, приеду. Привет. Может, повечеряешь с нами? Ні, запізнюсь на чергування. Мені теж не нічну. Можу підкинути? Ні, я на своїй. Марію до мами і не зміну. А чого це, дивлячись на ніч? Картоплю зранку садити. Дай Боже. На подальше. Учение. Все в войну никак не награется. Зараз зробимо укол, и все будет гаразд. Не хвилюй. Я ж казав, не треба було вас беспокоїти. Так і наравлять в больницу отправлять. Дед, ну что ты говоришь? Мы же о тебе заботимся. Угу. Хорошо. О, спасибо. Доктор, у нас тут мероприятие. Свадьба завтра. А, я чувствую. Может, остатку, а? Да нет, я бы хотел покурить. Покурить? Вот налево, на кухне. Вот, проходите. О. Да, сами понимаете, готовимся. Доктор. Знаете, ну тут такое дело. Док, может, заберешь его на недельку? В смысле? Ну, свадьба же. Шум, пьянка, вдруг ему плохо будет. Мы же все в одной комнате. Старика жалко. А ты не бойся. Не бойся. Он еще нас с тобой переживет. Да? Поверь мне. Понятно. Хрен к войне готовится. Не нравится мне все это. Петрович, а ну-ка давай за ними.
Ты чего еще пытаю? Что с тобой? Что с тобой? Тобі погано, так де болить? Добре. Я на курорті. При чому тут курорт? Я питаю, де болить, а? Де болить? Оце горить. Як загорів. Сильно горить. Вече. Тою. Реактор зорван. Надо убирать людей з блока. Это горят конструкции. Воду в реактор. Активность. 1000 микрорентген в секунду. Пусть дозиметристы проверят прибор. Он врет. Прибор исправен. Графит на земле. Какой графит? Ребята блюют. Сознание теряют. Может, радиация? Нет никакой радиации. Реактор цел. Чего? Димка, ты хоть мой сын? Да твой, твой, успокойся. Сосны. Встает яркое солнце. Не подходи. Может, это опасно. На атомный взрыв. Срочно спасай детей. Прощай. Толя! Толя, куда ты? Ребята, урок окончен. Быстренько собирайте вещи и все расходитесь по домам. Вы куда? А ну-ка всем живо вернуться в класс! Что вы делаете? Кто вам позволил прекратить занятия? На станции взрыв. Нужно немедленно всех отправить по домам. Вы что, сумасшедшие? Хотите погубить детей? Слушайте! Остановите! Ехали! Немедленно расходитесь по домам! Отдельно!
товарищи! Оставаться на улице опасно! Товарищи! Ну неужели же вы не знаете, что случилось? Ничего. Кто вам позволил сеять панику среди людей? А что, в такой ситуации нужно ждать каких-то особых распоряжений? Какой такой ситуации? Вы что, сумасшедший? Вы не знаете, что произошло? Ничего не произошло. Кто вам дал право лишать людей праздничного настроения в субботу? Намечено 20 свадеб. Все 20 и отыграем. На мосту самый высокий уровень. Приказываю разгонять колонну за 300 метров и проходить мост без остановок. Есть. Всего на 2-3 дня. Берите только туда, где необходимо. Деньги, документы, пускать везли. На природу, в автобусе все объясним. Мальчик, ты почему не выходишь? Мамку жду. А где твоя мама? Она с Марикой поехала в деревню картошку сажать. А папа где? Он еще с работы не пришел. Давай, собирайся, выходи. Маму мы встретим по дороге. Я тебя жду. Граждане, еще раз повторяю, только самое необходимое. На 2-3 дня. Там женщина! Да вот тут нельзя! Ни в коем случае нельзя! Скорая!
Что случилось? Саша, по телефону нельзя было говорить. Что? На атомной, про которую ты писал, взрыв. Это кто сказал? Шурик. Идиотка. Я бы тебя с твоим Шуриком и с вашими сплетнями. Это не сплетни, Шурик не тот человек, чтобы врать. Это конец, понимаешь? Заткнись. Сделай же что-нибудь, ведь никто ни о чем не знает. Марш домой. Подумай о Димке. Домой, я сказал. Ну так что, пошлете меня туда? Ты же только вернулся. Что же еще? Вы же знаете, о чем я говорю. Не знаю. Я про станцию. А, еще один праздничный репортаж. Зачем? Да какой праздник? Вы что, ничего не знаете? Нет. На атомной станции взрыв. Есть жертвы. Создана правительственная комиссия. Журавлев, ты за кого меня принимаешь? Взрыв, жертвы. Мне только что звонили из отдела. Спрашивали, какой материал даем к празднику. А ты взрыв. Да. Да, слушаю, Юрий Николаевич. Да. Да, конечно, готовы. Как же, 47 стран, велогонка мира. Да, дадим корреспондента. Обязательно. Ну, что скажешь, Журавлев?
Толю. Мария, что? Колька там. Скажи Гнату. Михай. Тихо, тихо. Ти не хвилюйся. Вони приїдуть до тебе у Москву. Скажи Гнату, нехай зарплату мою одержить. А де ж дочка? Не знаю. Не знаю, лікарню десь. Що ви стали? Що ви стали? Нічіть! Распространяется заведомо ложная информация об эвакуации детей, о невероятных количествах жертв. Наша с вами задача, товарищи, не допустить паники, пресечь распространение подобных слухов. Антонов, гость телерадио. Какой уровень радиации в городе сегодня? Радиоактивный фон ниже допустимой нормы. Непонятно. Зачем же тогда закрывать форточки? Товарищ, главный урок, который мы извлекли из этой аварии, это необходимость укрепления солидарности в борьбе за ликвидацию ядерного оружия. Королева, журнал «Советская женщина». У меня вопрос у товарища Василенко. Скажите, когда население может возвратиться в город энергетиков? Думаем, жители смогут вернуться после окончания дезактивации в кратчайший срок. Кто еще, пожалуйста, вопросы? Roscoe Walker, Metro News, New York. The American people are starting to hear about this problem over here in your country. What can you say about the spread of this material to the United States? Он спрашивает, не пострадает ли здоровье жителей Америки после аварии на Чернобыльской АЭС. Здоровье советских людей в результате аварии на вашей атомной станции Three Mile Island не пострадал. Слово. Куда ты хочешь идти, а? На бульвар погулять. Погулять хочешь, ребенок? Нельзя. Ну почему нельзя, Саша? Вася, я сегодня такое слышал. Я тоже слышал. Вражий голос. Такую ерунду мерят. Алло? Я сейчас перейду. Саша, положи трубку. Ну,
Давай. Ребенок хочет на улицу. Да идите вы куда угодно, ради бога! Ты даже не представляешь себе, что это такое. Что я могу сделать? Что? Достань билеты и отправь нас, ну, хоть куда-нибудь. Куда? Куда я вас отправлю? Да хотя бы на родину твоих предков. Их же в руках держать нельзя. Следующий. Товарищ капитан. Можем ли мы говорить о полной безопасности сложившихся условиях? Не исключено, что доза облучений, хотя и незначительная, но имевшая место, может сказаться на дальнейшем развитии плода. Но проявление генетических отклонений первого поколения маловероятно. Другое дело, второе, третье поколение. Поэтому никаких указаний соответствующих ведомств и министерств в сети здравоохранения на предмет производства аборта нет. По последним данным комиссии обстановки нормализованы. Ты, друг, как сюда? Зона эвакуации. А? Как попал? Алло, я маму еще. Ну давай, давай, чеши отсюда. Эффективное поражение населения не дают оснований считать, искусственное прорывание беременности является необходимостью. Но с учетом беспрецедентной обстановки акушерские службы здравоохранения не считают нужным возражать против волеизъявления пациента. Внимание пассажирам! На втором этаже вокзала открыта дополнительная касса для матери и ребенка. Номер 28. Внимание! На первом этаже для инвалидов Отечественной войны открыта дополнительная касса 8А.
сказала. Я журналист, подождите. Что вы хотите? Я журналист. Пишите, 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 пишите. Может, порядок будет. Подождите, подождите минуточку. Вы герой Советского Союза, вон газ для героев. А вы для инвалидов. Пройдите, пожалуйста, товарищи. Пройдите, прошу вас. Мне врач знакомый сказал, что всем конец. Что? Блехи! Соседка мне сказала, она дает пить. Я выпила. Да ни в коем случае. Ни в коем случае. Я же вас прошу. Дима. Дим. Саша. Извините. Извини, старик. Где брат? Я ему кое-что привез из Греции. В Москве, санаторик. Вот никак вырваться к нему не могу. Я тоже. Плохо здесь. Своих не могу отправить. Даже по телеграмме не дают. Какой телеграмме? Умер Толик. Что? Граждане, да... вам билеты нужны? Что? Билеты нужны? Нужны. Дайте. Пустите! Да что это такое? Вам куда, ребятки? А куда есть? Москва один. Хоть в Рио-де-Жанейро. Мариуполь. Два. Москва. Мариуполь. Пожалуйста. Только Жданов точнее. Не волнуйтесь, настоящие. Сколько? Один, да два, три. Три по 150. Грамм? Рублей. Вы что? Ты что, сучара, сволочь! Ну, без капсула.
А где твоя Мелешкович? А вот там. Не знаю, а что там? Мать сказала, что ехала с дедом. Какая-то радиация у нас. Что случилось? Дедушка, куда все идут? А без чего знаю. Кажут, якась радиация. Тебе здесь нравится? Нравится. Ну вот тут и будем жить. Ты коров доить умеешь? Нет. Ладно, научишься. Получишь за хату 10 тысяч. Да нет тут никого. Замок виси. Товарищ капитан, прибор зашкаливает. Она к утру сама сдохнет. Что? Ну что? Ну не плачь. Не плачь. Ну, успокойся. Люба, успокойся. Я люблю тебя, Любенька. Ну что? Ну что? Я же... Люба, не плачь. Родная, не плачь. Люба. Любленька, все будет хорошо, все, все, ну, успокойся, все, все, все будет хорошо, все, все. Люба, ну что ты? Люба, все, все, я люблю тебя, все. Thank you.
владыка святой истины, доколе не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. Товарищ капитан, где тут находятся партийные органы? Партийные есть, органов нет. Как нет? Потеряли. В борьбе с мирным атомом. Истинный наш Бог с молитвами пречистыми своей матери и всех святых спасет и помилует нас, яко благ и человеколюбец. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Добрые, помогайте, не дайте пропасть святым иконам. Выполни, возьми сюда. Да нельзя мне, батя, я же член партии. Ну и что? Да никому нельзя, светиться. Так это ж хорошо, что светится. Постой. Вот, видишь сколько? Оставь ее. Мы любим друг друга. Какой бред. Обвенчайте нас. Да вы что, ребята? Ну, не время. Я вас очень прошу. Дети. Дети мои, храни вас Господь. Нас ждут. Простите. На нашей земле мы истинно можем любить с мучением и только через мучение. Мы иначе не умеем любить и не знаем иной любви. Кто это мы? Все славяне в самом широком смысле этого слова. И евреи? Евреи тоже. Кстати, они сейчас пьют не меньше нашего. Все смешалось в доме Обломовых. Облонских. Облонских. Да, пока жареный петух задницу не клюнет, русский человек чесать затылок не станет. Простите, а что, собственно говоря, случилось? Ну, погибло 2 человека, в тяжелом состоянии 30. Между тем, в год от дорожных происшествий погибают миллионы людей, а от голода сотни тысяч. Прошу к столу. Выглазка. Ну что, будем странцы выгонять? Конечно. Да, капитан, да. Так, где она тут у нас? О, немножко. Ой, это, наверное, Шурик. А кто такой Шурик? Школьный товарищ. Хочешь спасти ребенка, мотаешь города километров за 500. Правительство своих уже вывезло. Город ночью будет закрыт. На 4-м реакторе должен быть взрыв. Христос воскрес. Боится воскрес. Никому ни слова. Добрый вечер. Знакомьтесь, Шурик. Шурик. Иисус воскрес. Пойдем со мной.
Спасибо, я не пью. Как угодно. Если кому-нибудь скажешь, убью. Взрыв неизбежен. Город пострадает больше, чем Хиросима. Все дороги перекрыты. Нам конец. Только молчи. Нет, это ужас. Саша, помоги мне. Уехать просто невозможно. На рынке до Димитриста все понятно. Я не знаю, что делать. Ты о чем ты говоришь? Чего там зубы никакой родятся? Дверь закрой. Шурик меня убил. Надо уезжать. Срочно. Говорят, что надо с собой брать только золото и камни. Где брать? Дура. Дай водки. Не могу больше. Сиди. Все, конец. Может, с праздничком? Воскресенье все-таки. Я хоть и атеист, но повода собраться лучше не придумаешь. Давайте, друзья. В следующий раз, неизвестно, увидимся ли. Христос воскрес. Воистину воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Знаете, мне очень много хорошего говорила о вас Люда. Она вас очень любит. Жалко, что мы с вами раньше не познакомились. Я не знал, что у Люды такие замечательные школьные товарищи. Христос воскрес. Воистину воскрес. Господа! Давайте выпьем! Природа не терпит пустоты. Да, ну. Помрем все от землетрясения. Почему? Ну как почему? Газ, руду, нефть, все выкачают. Образуется пустота, а природа не терпит пустоты. Вот с этого все и начнется. Так что же делать? А будем умирать, как подобает образованным людям. Я предлагаю открыть курсы. Советская смерть – самая достойная смерть в мире. После окончания – диплом. Еще не вечер. Шурик, я к вам как к нужному человеку. Что будем делать с теми, кто устроил весь этот бардак? Я бы их всех расстрелял. Сейчас не расстреливают, но урановые рудники ссылают. Да вещи ссылаты. Коль у нас и рудник перед носом же находится. Ты не прав. Стрелять надо всех. И меня. А ты вызвал? Все виноваты. Во всем, что происходит, виноваты все. Откуда получился такой бардак? Сын продает отца. Мать ради идиотки дочери готова перерезать полмира. Интриги, ложь, клевета, насилие. Переспать жену и друга в порядке вещей. Идиот – обязательные условия для того, чтобы сесть на место руководителя. А хабари? Сидит, мурло. Двух слов связать не может. А в глазах одно – давай, давай, давай. Почему? Ведь так раньше не было. Да всегда так было. Всегда люди хорошо хотели жить. Но ведь это конец. Конец, все. Так дальше продолжаться не может. Надо что-то делать. Да не надо ничего делать.
Все прошло, это пройдет. Ну нет, во, не выйдет. Требую всех привлечь к страшному суду. Только пережив то, что пережили мы, можно снова обрести человеческое лицо и стать нормальным человеком. Кстати, Шурик, только по секрету одному мне ехать надо. Город 12 часов перекроют. И вы в мышеловке. Выехать нельзя. Это правда? Это я вас должен спросить, правда это или нет. Из вашей газеты ничего не понятно. Всего две строчки. Погибло два человека. По строчке на человека. Скоты. За эту велогонку сраную целые сутки крутите. Шурик! Не рогоносец, а вы подлец. Шпроты на светлый костюм. Мои рога, как будто всегда здесь были, а я их раньше не замечал. Этого ребенка завтра увезу. Объявляется белый танец, рогоносцы приглашают. Да. Не стой, вали дурака, послушай, послушай меня. Шурик получил спецпропуск, завтра утром уезжает на машине к родным. Согласился взять меня с Димкой. Шурик, вы настоящий друг. Да, истинный друг. Вот действительно, друзья познаются в беде. Вы столько сделали для нашей семьи. Сделайте еще одну любезность. Спецпропуск в зону. С красной полосой и надписью. Всюду. Окей. Сделаем. Спасибо. Счастливилось положить свою жизнь на алтарь Отечества. Среди немногих счастливцев ваш покорный слуга.
Я добровольно дал согласие умереть вместе с другими представителями нашего великого времени. А ты серьезно? Вполне. Смотрите! Откуда он здесь? Вон!
вашем распоряжении 1,5 минуты. Но может быстрее и хорошо. Медленнее нельзя. Вы мне нужны живые. Все проверить, подготовиться. Здесь вверх по крыше, не останавливаясь, быстренько. Здесь самое страшное. Значит, это расстояние. Пробегаем. Вот. Пошли. По крыше. Интервал 2 метра. Повторяю, у вас 1,5 минуты. Все просчитано. Никакого риска. Маски не снимать. Еще раз проверить экипировку. И следите за временем. Помните, туда наверх смотрит сейчас весь мир. А последний, решительный, бегом, марш, за мной. Это в 12 раз выше всякой допустимой нормы. Папа, я поехал домой. Что-нибудь купить? Кефир? Хорошо.
Саша, ты был там? Где сын? Не волнуйся, я отвела его к деду. Ты что, привезла его сюда? Прости меня, Саша. Прости, но я не могу без тебя, без деда. Он плакал, как ребенок, когда увидел нас. Ну, все что угодно, но только вместе. В сон мне желтые огни, и хриплю позднее по времени, по времени. Утро мудренней, но и утром все не так. Нет того веселья, или куришь натощак, или пьешь с похмелья. Да еще раз, да еще раз, да еще много-много-много-много. Много раз, да еще раз, или пьешь с похмелья. Табака зеленый штоп и белые салфетки. Рай для нищих и шутов. Мне ж как птицы в клетке, в церкви смрад и полумрак. Привет. Дияки курят, лада, нет. И в церкви. Здрасте. Все не так. Все не так, как надо. Эй, храм, да еще раз, да еще много-много-много-много, много-много раз, да еще раз. Все не так, как надо. Алло. Я тогда на гору. Папа спрашивает, ты кефир купил? Чтоб чего не вышло, а кефир на купил? Горе стоит Алиха, а по горою вишня. Купил. Хоть бы слон увидь плющом, мне бы то отрада. Эй, хоть бы что-нибудь еще. Все не так, как надо. Их раз, да что ты, да еще раз, да что, да еще много-много-много-много-много-много раз, да еще раз, все не так, как надо. И я тогда по полю вдоль реки, света тьма, нет Бога, а в чистом поле васильки. И дальняя дорога, вдоль дороги лес густой, с бабами и хами, а в конце дороги той плаха с топорами. Эх, раз, да еще раз, да еще много, 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 много раз. Да еще раз, плохо с топорами. Где-то кони пляшут так, нехотя и плавно, вдоль, вдоль дороги все не так, а в конце подавно. Уходят. И не церковь, да. И не кабак, ничего не свято. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Игра, да еще раз, да еще много, 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 много раз. Да еще раз, все не так, ребята. Вот
вот они. Виктор Климов. Внимание! Уве Амблер и Нэнча Стайков. Награждение победителей пролога 39-й Белогонки. Приятно наблюдать такую прекрасную церемонию награждения среди зал почета, на который приглашаются Уве Амблер, ГДР, его победное время 8 минут 36 и 9 секунды. Виктор Климов из Симферополя, воспитанник украинского велоспорта. И Нэнча Стайков, которого называют неутомимым ветераном болгарской команды. Капитан болгарской сборной показывает прекрасное время. Показывает не только прекрасное время, но и пример для своих подопечных. Вот он, Уве Амблер. Я говорил, когда стартовал этот спортсмен, о том, что он в этом году, этой весной, показывает прекраснейшие результаты. Просто удивительные результаты. В велогонках, которые состоялись в ГДР, которые состоялись в Италии, состоялись во Франции, в которых принимали участие